очередная лампа. Да как упаковано, замечательно. Как это выглядит дело? Клеим скотч. Очень большой. Так, саморезов не положили, к сожалению. Но зато упаковка. Будем проверять. Кнопка работает. Для подсветки салона, внедорожника какого-нибудь большой, багажник подсветить, либо сделать какую-нибудь подделку там на рабочую стенку, на кухню, либо же сделать ребенку лампу дневного света с гусиной шеей. В общем, для творчества. Такие вот подарки от дядюшки Ли. Для заводское производство. Ссылки в описании.